Антицеллюлитный массаж, он предназначен для того, чтобы улучшить кровообращение и разбить фиброз. Поэтому все гематомы, которые возникают, ну, если у человека хрупкие сосуды, мы говорим, что нужно обязательно принимать препараты для укрепления сосудистой стенки. Вот. И, конечно, минимальное количество, а идеальный массаж – это вообще антицеллюлитный массаж без синяков, потому что мы, наоборот, улучшаем кровообращение, а как сказать, не раздавливаем сосуды, да, то есть вот это нужно обязательно донести. Если нет у вас такой хорошей массажистки, или если массажистка говорит, ой, это все это ерунда, значит, то тогда аппаратный вид массажа, тот же самый там SPG-массаж, там вакуум, но самое главное, что без синяков. То есть первое, это нам обязательно нужно улучшить кровообращение.